Вот результаты попадания за моей спиной, которые мы утром слышали. Непосредственно попали в центральный рынок. Можете оценить сами масштабы разрушений. Вероятнее всего, били из РСЗО, реактивных систем залпового огня, град с расстояния свыше 20 километров. Некоторые говорят, что и на 40 отдельные боеприпасы могут работать. Характерное вот такое вот скручивание осколков от града. Действительно, в это время на рынке, к счастью, никого не было, потому что было 7 утра. Ну, сами понимаете, что объект абсолютно гражданский. Сейчас еще раз в режиме без комментариев посмотрите результаты обстрела вооруженных сил Азербайджана. Многие, в том числе иностранные журналисты, не раз отмечали удивительное качество этой войны, имеется в виду качество местных жителей, в том смысле, что несмотря на интенсивные обстрелы, то, что есть попадание в гражданские объекты, в том числе в магазины, никакого мародерства здесь действительно нет, и не на каждой войне, честно говоря, такое увидишь. Мы будем дальше вас держать в курсе о том, что происходит. Выдвинемся в ближайшее время, естественно, и на фронт в том числе. Семен Пегов, проект Варгонза. Специально для вас, подписчики из Степанакерта, столицы независимого Арцаха.